Наталья Петровна, сегодня вы со своими старшими детьми, студентами с вашей группы проводили занятия с малышами, с нашими туристятами. Это дошкольники, которые занимаются по программе у нас первый год. Скажите, пожалуйста, вот эта вот история, когда дети ваши, которых вы готовите, с которыми вы уже сходили в несколько походов в течение первого учебного года, рассказывают малышам. Как вы относитесь вот к этой теме? Мы первый раз проводили такое мероприятие. И вообще неожиданно совершенно произошло вот такое, ну, не знаю, слияние, взаимопонимание между старшими и младшими детками. И младшим деткам очень понравились ребята, они вот их там и обнимали, и кто-то конфетку старался подарить, и слушали внимательно. Я переживала, думаю, вдруг ребят не будут слушать, они их слушали лучше, чем взрослых, все истории. И ребята, конечно, подготовленные туристят, они не просто так вот с улицы пришли, у них видно, что с ними занимаются, что они это уже многое знают, просто не видели этого вживую, а теперь еще потрогали, у них как бы еще больше знаний от этого появилось. И у ребят, конечно, тоже у старших. Я думаю, что вот они прям, некоторые прям в восторге, что вот малышня к ним так привязалась, такое тепло сохранилось у них, в общем. Вот я думаю, что мы будем продолжать это все. Спасибо вам большое, да. Спасибо огромное за вашу работу.